Вот. Все хотел снять. Это советская мусарня. Это Кудю-15. Милицейский участок здесь был в советское время. Со своими следователями, со своими операми, кабинеты тут туда-сюда. Телевизор свой был, подвал, где держали временно задержанных, блин. А я все думаю, хотя и езжу мимо частенько, думаю, как же он тут. Смотрю, стекла повыбиватые, повыбили стекла. Ну-ка, я чего это снимаю? Сколько здесь раз я бывал еще в прошлом, в годы юности, до армейской, советской своей. Хватали нас, забирали, откуда только не попадя. Кидали в местные подвалы. И только инспектор по делам несовершеннолетних, Зелма Яновна Лихтенберг, только она могла нас отсюда и вытащить. Подвалы. Ёлки-палки. Здесь у них гаражик был, но тут вроде бы как вокруг забор был, вокруг этой хаты. Я сейчас точно уже, наверное, и не вспомню. У них двор должен был быть там, наверное, где-то. Ну да ладно, потому что когда... Это где? Это вот бывший Октябрьский, ныне Акменитылц. Это прямо напротив новой нашей библиотеки. Я как раз оттуда сейчас и шел. Вон она, это библиотека. Вон она, видно. И вот напротив, вон тот мост, когда по мосту спускаешься сюда, в эту сторону, из центра едешь, видно, как на этой бывшей мусарне дырка там в крыше, вроде как ветром сорвала жесть, вроде бы как. Но я все хотел ее зафиксировать. Может быть, еще раз потом, не знаю, посмотрим. Потому что многим наверняка будет интересно посмотреть. Из... пардауговских, из пардауговской шпаны, кому только не скажи, ну моего, конечно, возраста и постарше, вон там окна, все знают Кудю 15. Где сегодня ночевал? Да на Кудю, елки-палки, в телевизоре или в подвале. Сделаю кружок. Пока батарейки не сели, сейчас должен мой автобус подойти. Съемка, конечно, как попало, но все равно, я думаю, туда и вовнутрь можно как-то забраться. И чего они его бросили, это строение? На самом деле солидная хата. С подвалами, с чердаками, я помню, мы там даже лазили. Вон, смотри. Тут еще трубы, черт его знает. Надо будет погуглить. Интересно, что это не советская постройка. Я так думаю. Скорее всего, еще в досоветские времена это строилось. Здесь вот какой-то переулочек. Кстати, даже название у него есть. А сейчас я на другую сторону улицы перейду. Быстренько надо, чтобы автобус не пропустить. Здесь машины, блин. Вот такая вот еще панорамка. Мороз сегодня, градусов 7-8, наверное. Кудю 15. Так, вот это вот старая Русос, точно. Значит, это улица Кудю. Здесь вот как раз откуда я начал снимать. Здесь был вход в эту мусарню. А это уличка Старая Русос. И вон библиотека. Вот и все, что я хотел показать пока.